осень, время грустных мыслей. А у нас каникулы и куча идей, поэтому предлагаю вам сделать вместе со мной такой вот яркий осенний светильник. Для этого нам понадобятся симпатичные листочки, банка, какой-нибудь шнурок для украшения, клей ПВА, ножницы и кисточка. Запасаемся вкусным чайком и начнем. Заранее приготовим листочки, высушив книжки. Или можно высушить листочки с помощью бумаги и утюга, чтобы из них вышла лишняя влага. Тогда листочки станут мягкими и тонкими. Высушенные листочки приклеиваем к баночке. Главное, чтобы она была сухой и чистой. Лучше делать это кисточкой, так получится аккуратней. Ведь листочки очень хрупкие, и мы можем их сломать. Отрезаем все лишнее. И приклеиваем аккуратно к баночке. Разглаживаем пальцами. Повторяем процедуру. Старайтесь не оставлять пустых мест, чтобы было красиво и аккуратно. И дальше мы только клеим, клеим, еще раз клеим. Можно клеить понравившиеся листы поверх других листьев. Они будут красиво просвечивать, когда мы их подсветим. Пока листочки сохнут, можно сделать перерыв на чаек. Теперь нам надо украсить нашу баночку какой-нибудь веревкой, ниткой, что вам больше понравится. Заранее смазав горлышко банки клеем ПВА, обматываем вокруг. Можно чем-нибудь украсить. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас попробуем его в действии. Не зажигайте свечи без взрослых, а лучше купите вот такой фонарик. Это и красиво, и безопасно.